Какой? Отпуск идеальный. Ну, где-нибудь на Обской губе отдыхать. Я шучу, конечно. Море. Море. Почему море? А потому что на море всегда тепло. Ну, не всегда, конечно, тепло. Но тепло на море. Можно полежать на песочке. Не на гальке, а на песочке. Позагорать. Отдохнуть. Ну, я думаю, на даче тоже хорошо. Знаете почему? Там можно и грядку копать. Это тоже, в принципе, не только пассивно, но это и активно тоже, я думаю. Вот. Но я лично копаю грядки. А отпуск на даче, это какой? Расскажите про отпуск на даче. Активный. Активный. Полоть, поливать. Вечером на лавочке сидеть. Это немного. А так, в лес, грибы, ягоды. На море. Либо по Чехов к родителям, к моим, на дачу. Отпуск – это когда все близкие люди рядом с вами. И неважно, где вы отдыхаете – на море или на даче, или просто остались в городе. Перед отдыха лучше активный или на дачу поехать? Активный. Почему? Потому что тренируется мышечная память, но это, во всяком случае, лучше, чем просто лежать на диване и заплывать жиром. На природе, семейный, да. А если вот рыбалка, например? Не любитель рыбалки. Я хоть и ездил, но… Мне не нравится. Уже больно скучно для меня. Я бы рекомендовала бы море, конечно, для детей это лекарство. Это успокаивает нервы, лечит мышцы, кости, конечно, море. Я никуда. Ну, потому что я сотрудник полиции, как бы, вот, я не очень как бы к отдыхам склонна уже теперь. Вот, редко выезжаю, вообще за границей никогда не была. Ну, я все своего мужа зову на море, но он, я любитель на море отдыхать. Но и мне здесь, в вашем городе, очень нравится. Город видный, прекрасный город. И здесь можно тоже отдохнуть, и на пруд сходить, и на шашлыки. На Пахре отдыхаю, езжу. На Пахру. И что вы там делаете? Рыбу ловлю. Свежий воздух. Подальше от машин, от всей вот этой движухи. Вот. Хорошее настроение с хорошими людьми. Ну, когда людей побольше на рыбалке, поинтереснее будет. А если, например, вдвоем поедете, тогда какой? Наверное, какой? Ленивый. Вдвоем? Ну да, ну, видимо, на море, да, загорать и купаться, ну и пузо наедать. Конечно, набираться здоровья и хорошего настроения. Вот так всегда. Что, Кеша? У всех лето, море, солнце, воздух и вода. Один я в царстве раскаленного бетона и душного асфальта. Что это за жизнь?